будет себе веселее. Вот звездам должен показать, понимаешь, вот это. Но вас же не фотографируют, а какие-нибудь действия производите. Звуки издавайте. Это памятник. Это память. Простите. Все испортили. Вот она. Ка, я туда сажусь. Все. Вот. Отлично, прошу, видно все, да? Александр Игоревич. Вот. Цветочки. Ой, так, цветничок. Вот. О, шик-модерн. Как смотрите, какие? Ничего? Нормально, да? Не знаю. Попробуйте приблизить, удалить. Да, надо наехать, да, вот на это. Цветочки как-то, да? Вот, ну, внутренности посмотреть цветку. Дело в том, что черно-белые цветы, я их не вижу. Ну, а вот там отлично будет потом. Один. Ну, что сделаешь? Ну, только трубка черная. А, черная. Ну, конечно. Они почти все камеры с черными трубками. Пахнут отлично. Очень пахнут. О! 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 Там рэк идет, да? Вот такая идет. Вот, ну, стрелочки идет, такие идет. Двигаются, да? Идет. О! Стрелочки двигаются. Паша. Очень внимательно. Какой шарман, какой коктебель. Ужас просто. Вот это да. Да, мы попали. Ну ладно, я даст. Надо вот так. А запись-то была вообще или нет? Нет, была. Точно была, да? Да, была. А ты видел красный... Ну как? Вставили. Кассету вставили. Нет, кассета-то стоит. А без кассеты он, наверное, не будет вообще это записывать. Кассета стоит. Ну это у вас тренировка была. Да, вот сейчас нормально, понимаешь, все идет хорошо. Ты, Олег, повернись немножечко сюда. Да. Вы мечтать. Вот. Это же место. Слушай, ни черта себе, эта пленка тоже у меня, похоже, это, ну, заканчивается уже. Да? Не, батарейка заканчивается, да. Кошмар вообще. Просто ужас. Ну я боюсь, что мы вообще останемся с тобой, да, без всего. У нас же и эта батарейка подводит. Так, вот. Подаем, да? Нажимайте. Так, а не горит лампочка еще, да? Не горит? Я вроде нажимала. Ты видишь, лампочка горит, нет? Главное, там написано рек, да? И стрелочки. Рек есть, и стрелочки есть. Все сойдет. Идет, да? Идет запись. Ну да, лампочка горит. Горит, она просто не меняется. А теперь можно приблизить, удалить. Можно сейчас на хамелеон. Да, пошли скорее на эту сядем, на как ее? Ну, да. На сиденье, на это сиденье. Сиденье. Пошли прямо за нами, за сиденье. Сиденье, да. О, Александр Игоревич, собственной персоной, в районе могилы Максимилиана Волошина. Оп. Хорошо. Хорошо. Молодец. Ну, хватит. Потом не случай с ним. Хорошо. Вот поехало все уже, а? Видно, да? Да. Ну вот. На могиле. Ага. Максимилиана. Потихонечку, плавно так, плавно там переезжайте все. Потихонечку, плавно так. На нас можно опять. И опять, да, на нас. Отлично. Да, вообще здорово, конечно, очень. Да. Видно нас, да?
Ага. Ну, все, видите, отлично. Ну и спасибо, все. Спасибо большое. Кусочки большие. Там уже что-то. Батарейка садится. Нет, я отсюда не видно их. Вот отсюда видно их. Ловить. И потом так пройтись по этому. И вон там, где люди спускаются по этой горушке. Ты быстро как едешь, тушь очень. Да нормально. Да нет, как нормально? Сам, ну куда так снимает? Ты так. Надо же медленно переводить. Медленно все так перевожу. Вообще ни черта не видно. Вот это вот скалу, именно скалу. Вот вы же стоите на фоне скалы. Вот она, да. Хорошо она получилась. Ну ладно, Александр Игоревич. Как-то очень быстро, ты понимаешь, так это быстро очень. Надо нормально. И стоит одинокий олень. Одинокий олень стоит. Вот чертов палец отсюда хорошо видно, видишь? Черт, не могу, дергается все-таки, видишь. Да. Вот. Да, шикарно, Александр Игоревич. Вот оно в цветах есть. Вот так вот. Кстати, хорошо пахнет. Я до воды добегу еще, понимаешь? Давай. 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 Все-таки у нас самое лучшее, это, я думаю, то, что мы на Крадане снимались. Да. Самые лучшие будут кадры. Ну, вот видишь, у меня теперь ноги-то. Начал, да? Начали!
смотри. Ага, хорошо. Нормально? Хорошо. Так. По горным кручам. В Питере покажу, боже мой, где по каким ходишь тропам. Да, тут тропинка. Ну, здесь уже полегче, конечно. Вот он я. Вот он. Я. Да, всё. Александр Игоревич, вот он. Всё. Надо песок, чтобы не попал. Ага, хорошо. Ну, вот. Отлично. Okay. Так, давай еще эту самую, Олег. Что? Хамелеон оттуда. Только выключи. Хамелеон? Ну. Ну как, Александр Игоревич? А? Как рыбка-то? Ну, отлично. Только что вытащил, знаешь. Чего? Только что вытащил, говорю. Руками, ну. Ну, вы... Там не трудно ловить. Сеть. На сеть ловили, да, Александр Игоревич? Да, сеть. Сеть ловили. Закинул где? Сколько килограмм? Живая, что ли? Боже, какой кошмар. Покажи, Александр Игоревич, а? Поближе. Симпатичный, смотри, подсобник, вообще странная рыба. Не самая похожа. Очень приятная, да, она. Да, нормально. На внешний вид. Кто-нибудь вытащил бы при нас, тут редко такой. Хорошо. Сейчас, ну, свет. Есть самки, да? Крупный планер снял? Да, очень крупный. Да, ой, правильно. Вот как она, вот, потому что она такая именно. Ну да. Как пеленгаз, да? Снимай, а это да? Вторая рыбка, да, вот она что-то лежала там, да. Вот, положите ее. Нормально. О, летят, его. Подавала какие-то признаки вроде как. Вот он, гордый ловец рыб. Ловец. Вот он. Видишь его, нет? Ну, пока.
пока не снимаю, ладно? А я уже снимаю. Нормально, батарейка сейчас зарядилась, хорошо, слава Богу, видно, что нормально она. Да, а это вот немцы построили, вот эти голубые, они тоже жили в этих, но это не как производственные вот тарелки. Ну вот, ну и ящики здесь. Это ведь не работают, какие-то моряки ведут, такие здоровущие. О, как птички поют. Так, полицейский. Ребята почистили все, привели в порядок, вот эти аллейки. Да, аллейки, конечно, такие. Тенистые, хорошие. Здесь же высушенный такой этот. Есть этот. И профиль. Филоновский. Гордый профиль. Филоновский, да, нормально. Да, я сегодня не брит, конечно. Ну, зато пострижен. Зато подстрижен, да? Ой, я не могу. Он виноградники там здесь же, смотри, рядышком. Вот я, кстати, сниму виноградники заодно. Смотри, да кого он же растет, он виноградка. Он здесь же и растет. Сколько метров здесь? 50 метров, ну, наверное. Очень выгодное местечко. Но он винные сорта, это поэтому они он кислые. Он кислый виноград. А доли куда? Я хочу снять его, да. Ох, как поют, ты послушай, а? Поют вообще. Ну как? Как, Александр? Птички поют, не поют. Море шумит. Море, да. Памятник стерегущему. И море шумит. Да. Где шишечки сейчас вам? Шишечки возьмите. Ага, я их не вижу. А вот нашел шишечки.
Слушай, так это орешки, кажется, какие-то, нет? Нет, это шишечки. Шишечки, парисы. Видишь, даже в Восточном Крыму есть на что посмотреть. Потому что такой засушливый очень. Не, ну... Опять все те же лица. Все те же лица. Да. Хорошо. Сейчас буду готов служить Родине, правде и справедливости. Правде какой-то. Какой правде? Да, правда у нас одна. Okay.